Да, есть ощущение, что это целенаправленная информационная кампания, направленная на менее защищенный и менее отрегулированный на сегодняшний день рынок. Он достаточно молодой, ему порядка 10 лет. И действительно, сейчас достаточно много информационных поводов, связанных с коллекторскими агентствами, с теми вещами, хулиганством, которые они совершают. Хотя мы вот видим, что статистика, которую представляет прокуратура, показывает, что на самом деле вот эти вот случаи, они настолько единичные и редкие, что, мне кажется, в любой другой практике встречается не меньше подобных случаев. И вот в медицинской сфере была ситуация, когда белгородский врач-хирург, по-моему, убил. Сейчас будем всех врачей запрещать? Или люди на операционных столах умирают из-за недостаточной компетентности или еще что-то?